Раз, раз, два. Раз, два. Давай. Короче, хотим покататься на роликах, но да. Я вот думаю, можно упасть. Увидела. Да? Первый нокдаун есть. Спокойненько на велосипеде. Начинаем спарринги. Понедельник, среда, пятница. Вот. Как говорил Флойд Мейвезер? Он сказал, вы должны тренироваться так, как будто бы вы только что плавали в бассейне. Чтобы не пропустить вам спарринг-сессии, то, что мы делаем, тренируемся, вам нужно подписаться на канал, соответственно, поставить колокольчик, который будет вам оповещать, что вот ребята вновь спаррингуют. Всем спасибо. Значит, мы находимся в Центральном парке культуры и отдыха. Ждем наших родных, мою сестру. Я бегу на тебя, вот они. Все начинается со смеха. Это Аленка. Аленка моя сестра. Все вы видели ее. А это Сонька. Это Мишаня. Черный. Пару слов для потомков. Так, сейчас Соня нам покажет, значит, пусть тенью. Так, давай. Она занимается боксом, я вам не говорил. Неплохо, неплохо. Ноги работают неплохо. Очень быстрые ноги и руки. Все это, посмотрите, сгенерировано. Обратите внимание, как все это работает сложа. И тут же гимнастическое движение, теперь колесо. Как мы ходим на руках? А теперь как мы ходим на руках? Почти. Она все умеет. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Да, молодец. Слышали? Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Киви, яблоко сделаем. А вот это апельсин, арбуз. Аленка фанатка просто лимонадиков. Платят. 1050. Вот, ребята, пожалуйста. Вот три напитка вот таких разных цветов. Обошелся в 1000 рублей, и как бы это просто июпи, это просто это водичка просто, да. И добавлен туда сироп. Обидно. Думайте сами, но что нас завлекло? Дело в маркетинге, дело в том, что обратите вот внимание, как красиво все оформлено, да, плавают ягодки, лимончики, туда-сюда, цвет яркий, классный, люди, конечно, на это ведутся, мы же как вороны. Давай. Короче, хотим покататься на роликах, но я вот думаю, можно упасть, но говорят, что есть защитные элементы, что мы не стали рисковать и ехать на роликах, так как если упадешь, то бой может быть на грани срыва. Мы с Мишаней взяли по велосипеду по такому вот, а девчонки поехали на роликах, они ничего не боятся. На роликах покатаемся чуть-чуть позже. Пару слов для потомков. Для потомков? Да. Значит, ну, пасарам, там, кто еще, там, я не знаю. Ну, хорошо вам прокатиться, не упасть и победить. Спасибо большое. Я тоже. Упала. Вот, пожалуйста. Уже, бля. Пожалуйста, уже есть один нокдаун на роликах, поэтому я не рисковал и не катался на роликах. Я считаю, нормально. Спокойненько на велосипеде, хорошо. Такое кардио. Видишь? Я упала, так больно. Вот, один нокдаун уже есть. Да, обратите внимание, как отдыхают люди, на травке лежат,
На самом деле, как я рад, что нет больше этого карантина. Ну, пока что то, что его нету, это очень круто на самом деле. Люди отдыхают, гуляют, общаются. Лерчик, подожди, я спасу тебя. Стоп! Я еду, Лерчик. Все, хватайся. Не бойся. Все нормально, все хорошо. Мы спаслись. Поехали. Посмотрите, ребята. Я специально остановилась сама, потому что я увидела. Вот. Я увидела, что там идет большой спуск и много-много людей. И я такая, нет! И я самовольно просто взяла и упала, короче. Потому что я бы разбила всех людей. Я даже не за себя боялась. Я боялась за людей. Короче, вот. Один пацан сказал, что это вообще полупрофессиональные ролики. Они вообще не должны выдаваться здесь. Ну, потому что должны быть с тормозами, да? Конечно. Упал бы и было бы больно. Ребят, побольше мне пространства. Спасибо. Спасибо. Ага. У меня больше места. Покажи еще раз. Вот, помните, что я сказал по поводу травмы на роликах? А я что сказала? Говорю, Серега молодец. Первый нокдаун есть не только у моей сестры, но и у Лерчика Перчика. Обратите внимание. Это мой первый раз. 5, 6. You right, champ? Протираем перчатки. Я кайфанула. От чего? От падения? От ролика. Обратите внимание, ребят, просто. Раз. Два. Она перед этим еще два подхода сделала. Она перед этим еще, да, сделала. Так что. Давай еще одна рука прибавится. Так, ну а сейчас прямое включение из улицы Никольска. Это одна из красивейших улиц города Москвы. Недалеко находится там Красная площадь. И обратите внимание, сколько здесь постоянно гуляет народу. А я вам крылышки сейчас подобрежу. Опять деньги собираете со всех? Себе обрежьте язык. София показывает нам свои физические возможности. И обратите внимание, какой крепкий хват у этой девочки. У меня ноги. Обратите внимание, насколько сильные ноги и руки этой девочки. Ну все, ребята, давайте, пока. Пока-пока. Мишань, короче, смотри, до упора. Там лево, как спотеешь направо. Все, давай. Все, спасибо, неплохо потусили. Так, ну что, сейчас у нас будет 4-раундовый спарринг. Ребята уже работают. Начинаем спарринги. Понедельник, среда, пятница. Понедельник, среда, пятница.
После 4 раундов спарринга мы работаем 2 раунда на мешке на тяжелом, 2 раунда на пневмогруши, на растяжке. Буду чередовать. Раунд здесь, раунд растяжка. Раунд здесь, раунд растяжка. Как зовут? Юрий. Серега? Чемпионат Серега. А Вадим. Серега. И... А что не продолжил? Интересно было. Не интересно? Я не гоняюсь за славу. Я уже... У меня вот растет. Тренер, да? Только начал? На, сравнивайте. Понял. Решил, короче, ты тренировать, да? Да, я обучаю. Обучаю. Ты деньги зарабатываю. Просто я понял, что ну, когда закончилась вся история, да, в Америке, что ну, в принципе, уже... Если драться только за большие деньги, а в боксе я так умею. Нужно же с маленького начинать. Вот. Ну, я чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов. Не, а в боксе же потихонечку. Я ждать не хочу, у меня руки поломанные, я пока дойду. Ну, короче, там берешь какие-то фишки, да, которые тебе подходят, да? Да, интегрируешь то, что в тебе работает. Берешь, да? Когда я с Флойдом, а я же там решил, знаешь, тоже поумничать с ним, я тоже такой стал, shoulder roll, допустим, перед ним. Он мне вот так просто взялся все силы лапы, прям между... Засандалил. У меня аж звездочки. А то зачем он так сделал, чтобы ты среагировал? Он говорит, что никогда в жизни левша соуспал не стоит с ортодоксом. А, вот так вот, да? Ни в коем случае. Потому что подправил. Под сильной рукой. Говорит, Флой, говорит, посмотри бой Флойда с Паком. Он ни разу так не защищался. Никогда так он не стал. Он только защищался. Он так стоял, но защищался. Он выхватил левую, когда так встал. Да, на месяц там был. Не, я там жил 2 года. А, 2 года в Америке. Ну, и первый раз полгода. Вернуться не хочешь в Америку? Я здесь хорошо, все нормально. Все-таки, ну, зовет, да, душа? Да, я не знаю, просто у меня есть другие интересы, другие перспективы. Что здесь поделать? Я здесь где? Я в Топсе вас. Я из Топсе. Мы переехали в Сочи тоже. О, здорово. Нахрен нам этот Питер, там небо постоянно, да, дождь, да. Вы капает. Вы сейчас зарядитесь солнцем, будете просто... Мощнее, да, становишься? Да, конечно. Там все спортсмены с UFO, они в целом, все, кто вот там... Все сильные. Они все сильные именно функционально сильные. Солнышко, там, да? Солнце, они постоянно энергии очень витаминны. Да, интересно общаться с человеком, который, ну, знает много. Да, спасибо. Я чувствую, что много знаешь. Я всегда готов поделиться знаниями, потому что я только передавая знания, ты становишься бессмертным. А, если кого-то учишь? Конечно, ты отдаешь. Блин, а у меня наоборот было такое, знаешь, типа... Отдавай людям, даже своим соперникам, подсказывай, когда боксируешь. Я тебе объясню, почему ты растешь от этого, ты учишься защищаться, ты понимаешь свои слабые места. Блин, он же будет знать это. Да, ну а ты от этого еще больше растешь, еще сильнее становишься. А, ты имеешь в виду спарринг партнером говорить? Конечно. Где, типа, мне да, можно ударить, да? Да, отлично. Да. Почему я боксирую? Я не могу не боксировать. Я это делаю для того, чтобы вот те элементы, которые я создаю в голове, какие-то ситуации создаю, чтобы потом ему отдать это, сказать, вот здесь это работает, а здесь это не работает, это не надо делать. Чтобы ты умел защищаться уже. Да, да, чтобы были контрприемы. Ну, то есть не закреплять их в себе, типа, вот эти ошибки, знать о них и держать типа, в себе, а работать на них, да? А когда рано или поздно тебя прочитают, какая разница? Ну, да. Ты рано или поздно все равно столкнешься с тем, с человеком, который именно в ринге прочитает. Да, не за то, что он твой спарринг не смотрел. Не, да? Не, это просто как бы придет. Вот и все. Это придет в твою жизнь. Ты должен это пережить. Как бы. Вот и все. Это просто нужно пережить. Как и поражение любое. Это все нужно просто пережить. Проигрываешь, нет разницы. Ну да. Ты смотришь на то, что кто идет, а кто не идет.